А? Проехать лучше, чем. Ты думаешь? Да. Алло. Да. Привет. Ну вот склад горит, там взрывается. Ну вот, да, слышишь, да? Ага. Да вроде нет. Где что? Ага, хорошо. Так а где тут ополченцы все? Где они? А где вообще кто-нибудь? Что тут? Ну кто? Мы все разбежимся. Хоть сказать, они уже отжали, даже волки с кулаком не взяли ничего. Вон, видимо, вот весь процесс отжимания. Запалили. Да и что, они разбежались, что ли, все? Ну пошлите все вместе. Санчо Панчо, пойдем туда? Не, не стоит дальше ходить. Почему? Ну, снайпер может где-то быть. Так, чтобы только если какие-то, немножко ракурс поменять. Может, я единственное не знаю, мне кажется, необходимости нет туда идти просто. Необходимости нет и... У нас ничего не поменяется. Не стоит трепать нервы люди. Ты веришь, что там люди есть? Могут. Могут быть где-то здесь. Ну что, давайте еще немножко снимаем и валим отсюда. Что, вообще валим? Ну а что?